Гол Спартаку в Москве. Гол Амкару под занавес матча в Перми. И вы знаете, мне кажется, мы сейчас можем с вами понаблюдать исход зрителя с трибун. Если сейчас есть возможность у наших операторов немножечко обратить внимание на проходы стадиона, то мы с вами увидим, как и так немногочисленный зритель на сегодняшнем уральском дерби пошел с трибун. Думаю, что малоприятная картина для